25 апреля 2024 года, местное время 17 часов, с копейками. Совместно ветераны с действующей армией осуществляют четвертый полив наших молодых саженцев на аллее памяти. Что-то сегодня вообще ветераны от этого дела отошли, надоело, наверное. Вот так, если каждый раз делать, что надоело, оно все и загубится. Только стоит упустить полив, и деревья пропадут. А поливать надо, как никогда в апреле в этом году очень плохо с дождями. Вот, ждем дождя, две капли капнет, и все. Поэтому сегодня решили полить по три ведра. Вот. И остальные деревья, которые у нас растут в парке «Сердце Бельбека». Как-то так. Хорошо, что еще вода есть здесь в озере, потому что ждать воды от парков скверов вот, до 9 вала или до 12-го не дождешься. Придумать 100 причин, заняты, там поливают и так далее. Поэтому ветеранская организация, как всегда, берет на себя эти боевые задачи, вот, и выполняет. А достучаться до властей, кто должен заниматься, невозможно. Одни отписки, как всегда. Ну, как-то так. Я думаю, что в течение 30-40 минут мы эту работу закончим, и деревья оживут.